Хорошая новость для тех ребят, которые любят порулить. Теперь юные водители смогут прокатиться на авто, правда, по детской проезжей части. Но это не игра в машинки. На этой дороге все по-взрослому. Сегодня у нас первый запуск. Вообще вот в плане работа с лагерями с дневным пребыванием. Июнь месяц в каждой школе имеется такой лагерь. И вот первая задача – это охватить детей, которые будут заниматься отдыхать в этом лагере. Настоящие светофоры, дорожные знаки, разметка. Проезжая часть в миниатюре появилась в Рыбинске. Этот детский городок пока единственный. Что творится сзади вас, сбоку и так далее. Зеркала все посмотрели, увидели. Теперь дошколятам гораздо интереснее и проще изучать правила, в каком месте переходить проезжую часть, кому уступать, если ты за рулем. Одним словом, все основные законы дороги, которые обязательно пригодятся. Но самое главное – объяснить детям. Движение должно быть безопасным. Сегодня в городе Рыбинске у нас происходит, так сказать, презентация. Первый пробный урок в мобильном автогородке, который к нам поступил в город по федеральной целевой программе повышения безопасности дорожного движения. Самим детям ездить по дорогам городка очень понравилось. Это надо, чтобы когда вырастем, будем сдавать направо, то будет легче водить. Юные пешеходы выучат и, если что, подскажут своим родителям, как важно соблюдать правила дорожного движения. Георгий Колчин, Яна Меркулова, Юрий Кораблев. Оперативное вещание.